Здорово! Я обещал неделю фокусов, и сегодня у нас будет первый день. Для тех, кто не знает, что это такое неделя фокусов, я объясню. Неделя фокусов – это я буду ровно 7 дней обучать вас каждый день по одному фокусу, в зависимости от сложности. Это будет все в порядке, то есть сначала в первый день, то есть сегодня, мы будем обучаться легкому фокусу, и так по сложности все выше и выше, и в седьмой день мы будем учить просто нереально тяжелый фокус с очень сложными схемами. Вот давайте приступим. Мы сейчас, я покажу точнее вам фокус, очень простой, и поехали. Мы пару раз тасуем колоду и даем зрителю выбрать любую карту. Например, вот это. Это у нас король Буби. Короля Буби мы кладем в центр колоды и закрываем. Теперь, чтобы его потерять, мы подснимаем пару раз и еще для полной уверенности делаем какую-нибудь тасовочку. Мне нравится фару шаффл, поэтому я фару шаффл и сделаю. Что мы делаем дальше? То есть у зрителя была карта король Буби. Наша карта будет 4 Буби. Мы просим зрителя подержать 4 Буби, и он прямо на нее кладет вот так руку. Что мы делаем? Мы будем искать зрителя карту. Это то есть короля Буби. Зритель держит 4 Буби, мы достаем короля. Мы подснимаем пару раз. Еще разок подснимаем. И теперь по щелчку король Буби у нас появится. Мы листаем, листаем, листаем. Но мы находим в центре колоды перевернутую 4 Буби. Ну а у зрителя под рукой уже король. То есть вот такой вот классный фокус. Всем спасибо за внимание. И через 10-15 минут в описании этого видео выйдет обучение. До новых встреч. Пока.